Всем привет! С вами Сергей Чупак, и я приветствую вас на своем канале. Сегодня хочу показать небольшой видеообзор прямоходных роторных машинок от Стаса Аксенова. Машинка универсальная, можно делать как контура, покрас, так и тени. Весит она 90 грамм, рабочий диапазон 9-11 вольт, ход иглы 4 мм. Есть защита от переплюсовки, низкая вибрация, предназначена для работы с обычными иглами. Как Стас подчеркнул, может все. Давайте рассмотрим поближе. Вот так они выглядят. У белой машинки идет цельный корпус. Теперь попробуем их подключить и послушать. Клипкорд, кстати, тоже от Стаса Аксенова. На самой машинке, кстати, нарисован плюсик и минус. То есть, соответственно, подключаем плюс, минус. Если поменять местами, загорится красный индикатор. И машинка работать не будет. А включим уже 11 сначала, типа как контур. Звучит довольно тихо, уверенно, приятно, стабильно. Переключи на 9 вольт. Попробуем также другие. Кстати, клипкорд защищен от замыкания таким методом, таким способом. Теперь давайте попробуем собрать одну машинку и послушать, как она будет звучать заряженная.
так вот, в принципе, она работает при 11 вольтах. Теперь давайте попробуем включить 9 вольт. Звучание уже идет помягче. Стоимость такой одной машинки $325. Машинки есть в двух цветах, черная и белая. Рама у этих машинок сделана из пластика. Белая в данном случае рама полностью литая, а черная идет пластик и алюминий. Вот из двух частей. Белая. В принципе, вот и все, что я хотел рассказать и показать по поводу этих машинок. Качество мне нравится, машинками я очень доволен. Еще раз спасибо Стасу. Кстати, также у меня от Стаса есть и индукционные машинки, контур и закрас. Ну, о них я, может, покажу видео уже, сделаю небольшой видеообзор позже. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, а также подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока!